Управление образования на днях проинформировало народных избранников о подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года. У нас составлен план ремонтных работ, составлен план закрытия дошкольных образовательных учреждений на период ремонта, поскольку будут большие где-то мероприятия проведены. Контролирует процесс специально созданная комиссия во главе с заместителем главы Соликамской администрации Еленой Белкиной. Общий объем средств на это составляет более 29,5 миллионов рублей. Из них 17,5 миллионов – средства местного бюджета и около 12 – краевого. Прежде всего проанализировали те предписания надзорных органов и решения судебных органов, которые у нас есть по приведению в нормативное состояние зданий образовательных учреждений. И именно эти образовательные учреждения получили первоочередное право при выборе тех или иных объектов и видов работ. На своих экранах вы видите список школ и садиков и виды ремонтных работ. На сегодняшний день у нас около 360 миллионов необходимо на устранение всех предписаний надзорных органов, которые у нас сегодня есть. Сейчас соотнесите с теми цифрами, которые у нас есть на ремонтной работе. Депутаты приняли к сведению, а мы добавим. В систему муниципального образования Соликамска входят 23 образовательных учреждения, которые располагаются в 92 зданиях, средний срок эксплуатации которых 49 лет. Желают всем школам и садикам пройти приемку к новому учебному году Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, Кирилл Литвин и телекомпания «Соль ТВ».